Поездка в гости закончилась трагедией. Накануне в Нальчике по улице Головко около 16 часов произошло дорожно-транспортное происшествие. 9-летняя девочка попала под колеса мусоровоза КАМАЗ. Машина после выполненных работ начала движение задним ходом, чтобы развернуться. В этот момент на проезжую часть на велосипеде выехала 9-летняя девочка. Водитель транспортного средства не заметил ее и не смог избежать трагедии. Ребенок погиб на месте. Нам известен тот факт, что девочка вместе с родителями приехала с Майского района в гости. Родители находились в гостях, а девочка находилась на улице. В настоящее время проводится расследование, будет проводиться автотехническая экспертиза. И после этого будет уже принято решение. В госавтоинспекции отмечают, за первые три месяца этого года зарегистрировано уже 10 ДТП с участием несовершеннолетних. В 5 происшествиях, во всех случаях это был переход проезжей части в неустановленном месте, дети получили травму различной степени тяжести. По данным ГИБДД, пик количества ДТП приходится на вторую половину дня, когда дети возвращаются из школ. Госавтоинспекция обеспокоена удручающей статистикой и призывает всех – родителей, детей и водителей – быть внимательнее на дорогах.